Российский певец Стас Пьеха признался, что около 6 лет назад перенес инфаркт после длительного употребления лекарственных препаратов, алкоголя и всякого разного. Об этом он рассказал в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ, в рамках которого откровенно поведал о зависимостях алкогольной и наркотической. «У меня случился срыв неминуемый. Я начал употреблять алкоголь, там еще что-то вдобавок к алкоголю всякое разное. И плюс к этому всему очень большое количество фармацевтики медицинской. У меня было 2 полных шкафа и 1 неполный фармацевтики разной. Так я несколько месяцев прожил и потом с инфарктом заехал в больничку. Это было 5,5-6 лет назад. Мне тогда было 34, заявил 39-летний внук легендарной певицы Эдиты Пьехи. По словам артиста, в тот день, находясь на гастролях, он начал чувствовать себя все хуже и хуже, из-за чего ему даже пришлось лечь на пол в самолете. Сидеть в кресле в таком состоянии он не мог. Та история, согласно артисту, дала ему понять, что корень проблем скрыт в его зависимости. Минувшей весной о проблемах внука с наркотиками рассказала и сама Эдита Пьеха. По словам народной артистки СССР, в историю с запрещенными веществами Стаса втянули его друзья из Санкт-Петербурга. Позднее его пришлось изолировать, отправляя в специализированную клинику в столице. По словам артистки, в этой ситуации близкие певца действовали жестко, и Стас в итоге все-таки согласился на лечение, осознав возможную близость смерти. Ранее сам певец говорил, что у него классическая история наркомана. «Я сделал классическую карьеру наркомана. Длилось это на протяжении 5 лет. А что ты думаешь по этому поводу? Напиши свой комментарий». Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы быть в курсе самых новых и самых сочных новостей. Всем удачи, всем пока-пока!